аристократка. Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпах. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне не баба вовсе, а так, гладкое место. А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней, где бы вы думали? Вот на ряду. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря, чулочки на ней и зуб золоченый. Откуда, говорю, гражданка? И 7-го номера. Пожалуйста, говорю, живите. И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду, как лицо официальное, дескать, как у вас гражданка в смысле порчи водопровода и уборной. Действует? Да, отвечает, действует. И сама кутается в байковый платок, и не мур-мур больше, только глазами стрижет, и зуб в арте плескет. Походила я к ней месяц, привыкла, стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, она верит себя под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука, и чего сказать не знаю, перед народом совестно. Ну, а раз она мне и говорит, что это вы говорите меня, все по улицам водите, аж голова закружилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр. Можно, говорю. И как раз на другой день прислала комья чека билет в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька, слесарь, пожертвовал. На билет я не посмотрел, а они разные. Который мой внизу сидеть, а который Ваське наш на самой галёвке. Вот мы и пошли, сели в театр. Она села на мой билет, я на Ваське. Сижу на верхотурье и ни хрена не вижу. Только если наткнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу, антракт. Она в антракте ходит. Здрасте, говорю. Здрасте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит, и сама в буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. На стойке блюдо, на блюде пирожные. Я таким глупцем, я таким буржуем нерезанным пьюсь вокруг ее и благодарю. Ежели, говорю, вам охота скушать одно пирожное, не стесняйтесь. Мерси, говорит, и подходит развратной походкой к блюду, и цоп с кремом, и жрет. А денег у меня кот наплакал, самое большое, что на 3 пирожных. Она кушает, а с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько мне денег, а денег с горьким нос. Съела она с кремом. Соп другой! Я аж крякнул, врачу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалер и не при деньгах. Я хожу, вокруг нее шепетух, она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть, звонили, может. Она нет, говорит. И берет третий. Я говорю, натощак, немного ли может притошнить? Она нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертый. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, сот. Она испужалась, от хлорота во рте зуб блестит. А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад. А я говорю хозяину, сколько с нас за скушенные 3 пирожные? Хозяин держится индифферентно, баньку валяет. С вас, говорит, за скушенные 4 штуки столько-то. Как, говорю, за 4, когда 4-е в блюде находится? Он говорит, нет, говорит, нет. Хоть оно и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцем помято. Я говорю, помилуйте, это ваши смешные фантазии. Хозяин держится индифферентно, перед ружей руками крутит. Ну, народ, конечно, собрался, эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нет. А я вывернул все карманы, всякое, конечно, барахло на пол вывалилось, народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал деньги,
В обрез за 4 штуки. Зря мать честная спорил. Заплатил, обращаясь к даме. Да кушайте, говорю, граждан! Заплачено! А дама не двигается. И конфузится докушивать. Тут какой-то дядька вязался. Давай, говорит, я. И докушал. Сволочь. За мои-то деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне говорит своим буржуйским тоном. Довольно свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. Эй, говорю, не в деньгах, гражданка, счастье! Пардон, прошу прощения. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне эти аристократки.